В заключительных сериях сериала «Ростов» Ростов готовится к празднованию годовщины Октябрьской революции. В связи с этим ожидается приезд высоких гостей из Москвы. Белогвардейцы выбирают именно этот день для решающего удара. Медник собирает блатных. Орлович узнает, что из ЧК идет утечка информации, и начинает негласную проверку сотрудников. Она просит Козыря помочь предотвратить диверсию. Козырь выходит на белогвардейцев, но попадает в лапы медника. Беспризорники готовятся к маршу перед московской комиссией, не зная о том, что в их винтовках холостые патроны заменены на боевые. При поддержке станичных казаков и медника с блатными начинается наступление на город.